В Карасуйском районе почти на 25-м километре автодороги Актерек-Папан-Коджокелен сдан в эксплуатацию новый мост. В церемонии открытия объекта приняли участие министр транспорта и коммуникаций Телек Текебаев, представители дорожных организаций и местные жители. Старый мост уже давно пришел в негодность. Строительство нового началось в феврале этого года. Средства были выделены из республиканского бюджета. Генеральным подрядчиком выступило госпредприятие «Кыргызавтожол». Чтобы жители могли пользоваться мостом, его возведение закончилось раньше запланированного срока. В следующем году остается уложить асфальтобетонное покрытие. Мост длиной в 36 метров и шириной в 10,5 метров был построен в соответствии со всеми требованиями дорожного строительства.